здравствуйте, здравствуйте. Как у вас там? Вы о чем Все ж вы такие уже агрессивные. О чем вы здесь не, я не блогер. Общаетесь-то? Я не блогер. А о чем общаетесь? Просто так, ни про что. Про что? Не, ну если я не понимаю, да, про что она говорит? Еще раз. Не, для вас я не собака. Ну а кто? Просто вы. Вы только что себя по моей просьбе допили до уровня с... Не, ну, не хороший, я вам скажу одно. Куда ты побежал? Вот у вас красивый фон сзади, но только если бы не вот та тряпка. А не та тряпка, это где? Угу. Которая у тебя на лице? Куда ты убежал? Тоже ругаться будешь, гадости говорить, нет? Вот. А что интересного обсуждать? Вы не моряк случайно, нет? Нет. Нет. Я моряк. А вы так нормально зарабатываете? Ну, наверное, нормально, да, зарабатываете? Вы какой-то специалист там, да? У меня зарплата... Да, у меня зарплата 12 тысяч, если честно. 12 тысяч долларов? Да, 12 тысяч. Не, это вообще круто, это вообще круто. Ну, ты, наверное, в дальние рейсы ходишь, да? Я тут по Европе, Балтика. Я когда у вас был в Питере был, то у меня таксист спросил, ну я тогда матросом был, у меня было 2500. Он говорит, так это огромные деньги. Говорит, ты можешь в Питере нормально жить, чувствовать. Не, на такие деньги в месяц можно в любом так жить, поверь мне, неплохо. Я снимал квартиру, но я правда жил там неделю всего лишь. Ну я поехал чисто посмотреть. Я заплатил $400 всего лишь. Это две комнаты. Машина стиральная, ну я с семьей ездил, с дочкой, с сыном, с женой. Ну а ты лица, понимаешь, ты же это, не 12 тысяч долларов в месяц тратишь, которые зарабатываешь, ну так-то. Нет. Ну, да, соответственно, как бы, пока ты работаешь, пока это тоже поднакапливается. И ты знаешь, ну, даже если будет $1000 стоить, ты особо не расстроишься. Ну это немного помогает там. Не мог бы помочь? Нет. Ты чё жадный такой, слышь? Вот ты нехорош, вот так нормально разговаривали, и вроде парень-то свой. И вроде практически на одном пароходе уже сейчас ехали, а? И зарплата-то вроде у нас с тобой уже на двоих. Ну а как я буду помогать? Ну вот даже мы сейчас с вами общаемся, да, и сейчас записывает этот разговор, да? Я да сказал, нет, что а я с чего? Не помогаю. То а есть ответственность я уже не несу. Молодец какой. Ну я же еще юрист, у меня первая профессия юрист. Атя-тя, какой вот, какой вы молодец, я вам честно скажу. Главное не говорить. Адвокатом работаю. А то и смотрит. Как бы нас не трогают вообще. Ну я на семье, мы с семьей тратим где-то $3000 в месяц. Ну ты извини меня, своими аппетитами-то, наверное, уж меньше ты и не можешь потратить. Ну, я красную рыбу не ем, я ем обычное сало. А что, у вас красная рыба дорогая, что ли, показатель? У нас, да, у нас дорогая. Ну я знаю, я был в Владивостоке, я знаю, сколько в Владивостоке. Да нет, у нас здесь рыба недорогая, красная, кстати. А знаете такого? Он узнал. Нет. А он с вами общался? Ну, не знаю. Ну, опишите, а кто такой-то просто? Фархад24. У него свой контент, но я его часто смотрю. Очень хорошо рассказывает. Вообще ничего не рассказывает, просто... Ну, а что он умного говорит? Он знает 6 языков, во-первых. Не, дело не в том, сколько он языков знает, да. Он воспитанный, он очень воспитанный. Не, дело в том, что он вообще знает. Вот в этом вся суть. Можно знать 6 языков, но не понимать, что вокруг тебя происходит. Политики. Я только... Да ладно, харе, слышишь? Да, он молодец. Харе, дядька. Он хорошо разбирается. Давай лучше не будем, а то ты прямо в моих глазах, ну честно говоря, не надо. Оставайся нормально, на должном так уровне, я, хары. Нет, так я правду, я говорю... У меня есть даже чат смеется. Ну я знаю, там хейтеры могут смеяться, но ему хейтеры завидуют. Дядька, ну о чем он несет, я уже сколько раз слышал. Он и в истории хорошо разбирается. Да вон, вот здесь даже у меня люди пишут, у меня есть даже люди угорают и говорят, да, что он просто... Ну он, да, угнал самолет когда-то, да, было такое. В лагере сидел... Не, он не сидел. Он сидел, не... сидел. Ты у него спроси, сидел. Я даже людей так знаю, сидел. Которые его за***ли
что на место поставили. Он об этом не рассказывает. Лично, лично знаете, да, этих людей? Ну, конечно, я же тебе говорю про это. Конечно. И вы можете дать телефон, да, этого человека? Ну, это что? Сейчас я буду телефон раздавать. Ну, ты что, сам себя слышишь? Дайте я ему позвоню, но я хочу... Я говорю, ну, а кто ты для него будешь? Ну, кто ты для него? Подожди, вы за базар отвечаете? Да я-то отвечаю. Ты-то кто для него будешь, чтобы тебе телефон-то давать? Ну кто ты? Ну так вы сказали, у вас... Да я-то сказал, и я тебе подтверждаю это. Просто кто ты, чтобы тебе телефоны давали? Вы просто опускаетесь в глазах своих... Да нет, я просто говорю, как есть. Это не я. И не я тоже говорю. И не я тоже говорю. У меня телефон... Я могу позвонить сейчас прям. А кому ты хочешь позвонить-то? Тому человеку, который на него... А кто ты, чтобы ты этому человеку звонил? Ну кто ты вообще? Вот просто определись. Чтобы тебе телефон давали, и чтобы ты что-то там у него спрашивал. Или интерес хотя бы даже проявлял. Ну кто ты? Как кто? Ну я хочу узнать. Да плевать, что ты хочешь. Да спустись ты на землю, ты взрослый. Ты взрослый мужчина, мне какую-то ересь несешь. Дай мне телефон, я у него спрашиваю. Ну кто ты? Так мы выясним, кто обманывает. Да плевать абсолютно. Люди-то за свои слова отвечают. А ты-то кто? Чтобы интерес-то проявлять. Еще раз тебя спрашиваю. Я хочу узнать. Не, а кто ты, чтобы узнавать? Вопрос. Я вам уже объяснил. Не, а кто? Нет, ты мне не объяснил. Кто ты, чтобы тебе давали телефон и чтобы ты проявлял свой... Ну просто объясни мне. То есть вы не дадите, да, этот телефон? Я, Слава, для себя проверю, можно от души. Да, Господи, ну а кто ты, еще раз тебе говорю, ну ты сам понимаешь, что ты говоришь, нет? Ну вы со мной общались, все хорошо. Нет, подожди, у нас с тобой абсолютно ничего хорошего и плохого быть не может, потому что я тебя первый раз вижу. Мы с тобой встретились и разойдемся, как корабли в море, да. И поверь мне, друга я в тебе не увидел, так же, как и ты во мне. Поэтому вот это пастилой меня не мажь, пожалуйста. Пусть он мне предъявит. Давай проверим. Да. А кто ты, чтобы проверять-то? Да. Еще раз тебе говорю. Я хочу проверить эту информацию. А кто ты? Ну, может, вы на него, может, это клевета. Может, да плевать нам твое мнение. Да. Твое мнение вообще не интересно, ты пойми правильно. Тебе надо так что-то из себя представлять, тоже... чтобы интерес свой проявлять. Так мне тоже на твое мнение плевать. Ну, а что ты тогда сидишь, переживаешь? Что ты переживаешь? Прими как есть и забудь. У тебя есть доказательства, да. Еще раз, у тебя есть... Отвечаю. Если я вру, приди с меня спроси. В чем проблема? Есть, да? Да. Есть, да? Да. Эти доказательства. Да. Есть, а зачем я тебе доказывать, что ты буду? Прими как есть, что ты паришься-то? Да я еще раз тебе говорю, ну кто ты, чтобы тебе чего-то доказывал? Чего, ну кто чего ты? Чего у вас так горит? Почему? Да у меня от ничего не горит, горит-то у тебя, ты даже за себя ответить не можешь, за вот себя. Я человек с двумя вышками. Да подожди, ты какой с двумя вышками, они тебя дальше, механика на корабле не пускают. Я тебе просто хочу сказать, да ты не тарахти, да. Кто ты, чтобы тебе что-то кто-то доказывал, можешь мне объяснить? За базар, ты понимаешь, ты за базар. А ты спроси с меня за базар. Если не можешь спросить, значит, ты кто-то по жизни-то, да. Если ты с меня спросить не можешь, да, но об этом базаришь. Я тебе еще раз говорю, дай телефон, я позвоню, дай телефон. А ты предъяви мне, получи с меня, что ты? Я потом тебе предъявлю. Ты предъявляй. Если ты обманываешь, значит... Ты знаешь прекрасно, что ты с меня не спросишь. А при встрече мне улыбнешься и расскажешь мне за свои далекие-далекие места, где ты там плавал. Понимаешь, в чем дело-то? Ты даже за себя сказать не можешь. Короче, с двумя дипломами высшими. Вот знаешь, что интересно? Ты с двумя дипломами высшими даже разговор не выводишь с человеком, у которого дипломов нет. А? Ну просто ответь на простые вопросы. Куда ты побежал-то?